Полагаю, что с точки зрения премьера Медведева, запуск сегодня нового формата сайта правительства – это, несомненно, серьезный положительный итог первого года работы премьера и правительства в целом. Но полагаю, что от правительства все-таки ожидали несколько иного. В частности, президент в серии предвыборных статей сформулировал очень внятную и цельную программу преобразований в стране. Немедленно после вступления в должность он издал серию указов с конкретными мерами в развитии этих статей. Так вот, большая часть предписаний президента либо выполнена формально, либо не выполнена вовсе. Более того, многие члены правительства открытым текстом говорят, что не будут выполнять предписания президента, то ли потому, что считают их невыполнимыми, то ли потому, что считают их вредными, а по сути потому, что эти предписания противоречат либертарианской идеологии, господствующей в нашем правительстве. А либертарианство – это, как известно, учение о благотворности абсолютной экономической свободы личности безо всякой оглядки на общество. И либертарианская теория в конечном счете сводится к тому, что государство не имеет права делать что бы то ни было полезное. Что все полезное должно получаться в результате действия невидимой руки рынка. Наш опыт, да и мировой, показывает, невидимая рука рынка умеет только одно – душить тех, кто в нее верует. И, кстати, сам Дмитрий Анатольевич тоже недавно заявил, что в задачи Центрального банка не входит развитие производства, что опять-таки противоречит недавнему заявлению президента. Думаю, что такое правительство с таким президентом несовместимо. И поскольку мне программа действий, предложенная президентом, кажется позитивной, я полагаю, что устранить противоречия проще всего, заменив правительство. Ну а новый сайт пусть остается и работает. Слава богу, он не зависит от того, какую конкретно программу правительство будет исполнять, а какую саботировать.